Ребята, привет! 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 Мы сейчас с вами поедем в зоопарк. Да. Смотреть на зверюшек. Привет, Лера. Привет. Мы до сих пор в Форт Майерс. Нам здесь весело? Да! А что вы с собой взяли? Я себе взяла сердечко и мышку. Мышку? Да. Вы же едете в зоопарк, там своих зверюшек хватает. Конфетку и фонарик. У тебя что, две конфеты? Одна во рту, одна в руках. Лера, что у тебя? А в автобус. Лера взяла автобус. Каждый с собой что-то взял. А моя мышка будет дружить с животными. Идем, будем садиться уже в машину. Папа здесь пока что-то перегружает. Диан, давай пока папа переставляет сиденье детское, мы чуть-чуть пройдемся. Ты нам покажешь, как здесь все обустроено. Это машина хозяев, Юли и ее мужа. Вот здесь зона для отдыха. Здесь бассейн на заднем дворике. Тут можно нажать кнопочку, и она откроется. Какой красивый бассейн. Водичка теплая. Вы здесь купаетесь? Да. Там живет дельфин. Рома с Дианой на нем так резвятся. А вот там дальше залив. Мы вчера ездили на машине Юли, переставляли все сиденья туда. А сегодня едем на наши. Нужно переставить сюда. Все заняли свои места? Садись, Диан. Диан, будешь спать? Нет, я буду смотреть в окошко. Рома уже спит, да, Ромчик? Лера, привет! А мне дают? У нас машина в три ряда, как автобус. Даже 8 человек может садиться. Мы подъезжаем. Ребята, ну вам солнце не страшно, да? Класс. Готовы? Пошли. Диана, вот мы пришли. Он называется Naples Zoo. Нам ставят печати. Okay, good. Печать, потому что это такое печать. Thank you. Enjoy. Сегодня печать зебра. Каждый день другая зверюшка. Нам дали карту. No, that's yours. Thank you. Пойдем гулять? Кто у тебя? Зебра. Самое первое здесь еда. Сначала люди здесь кушают, а потом идут гулять. Дико свежая еда. Идем, Диан, идем. Смотри, Рома, дерево без коры и без веток. Только вверху ветки. Из обычного дерева сделали пальму. Ух ты, крокодилов нашли. Я видела. Лежат, жарко им. Ого, Дианка, сейчас тебя. Их так много там. Рома, нравится тебе? Нет. Ну-ка, посмотри, как крокодилы отдыхают. Нравится? Они спят. Спят, да. Страшно туда попасть, я вам скажу. Они как статуи. Да. Диана сказала, что вот это свинюшка. Свинюшка? Муравьи. Боже, какой странный. Муравьи, это очень красивый. Очень ухоженный. Очень странный он, конечно. Такой хобот у него. Я рассказала, что он не кусается. Тут кто-то есть. Кто? Вот тут прям. Классный, да? Что он задумал, мам? Он себе сидит, ему жарко. Кто здесь? Тигр? Нет, это лев. Только он что-то от нас отвернулся. Просто уходим. Ты его боишься? Да. А здесь зебры. Видите зебры? Стоят там, что-то кушают. А вот там сабли. Смотрите. Вон. Ага.
Нет, подходить нельзя, вы их напугаете. Это корм для животных. Давайте возьмем. Что там? Где зернышко? Много. Нам пришла уточка. Я хочу еще корм. Какая красивая. Ням-ням-ням-ням-ням. Где она пришла кормить? Еще ей нужно. Ой, смотрите, она пришла прям к нам, чтобы мы ее кормили. Ладошки. Вот это да. Диана, не страшно? Мама, я ее трону. Пересыпает? Вот это да. Смотрите, они тут себе ходят между нас. Нормально у них все. Привет, птичка. А тут уже и гость. Ой, какая интересная. Видите, она кушает с ладошки прям. Смотрите, кто там еще есть. Черепашки. Ого, ничего себе, черепашка. Черепашуха прям. Такая огромная. Слоненок маленький. Они кушают рыбку. Видите, там рыбка плавает. Что вы нашли? Ух ты. Это памятник черепашкам этим, которые здесь плавают в воде. Красиво. Еще одна черепашка такая. Только другого цвета. О, Рома зазывает дальше идти. Дянка, побежали. Вот это да. Привет. Здравствуйте. Какой он важный. А те там вдвоем стоят, парочка. Видишь, какие животные? Огромные. Ой. Двухглавый получился. Там, смотрите, ушли. Вот это да. Сейчас ребята будут кататься на вот таком вот красивом верблюде. Здесь есть такая услуга, она стоит $7 за одного человека. Ребенок это или взрослый, нет разницы. Все готовы? Да! Поехали! All right, you guys are on Gabriel, that's Eddie. Всем пока, ребята, пока. We can walk up to the red line. Поехали кататься на верблюде. Едут наши. Ребята. Фотографируем их. Посмотрите сюда. Класс. Какая толпа на верблюде сидит. Вау, тукан. Где он? Где-то здесь летает. Диан, не нашла? Нету? Кто же это такой? Диана нашла котика. Кто здесь Диана? Змея! Он залетит на дерево. Может, это какой-то питон? Вот еще один лежит. Самая длинная змея в мире. Самая длинная в мире змея? Да. Больше 100 зубов у него. Забыли Диану. Ты так тихо там стояла, мы про тебя забыли. Слон говорит всем, до свидания, до свидания. Диана опять катается на верблюде. Верблюд из камня. Ты тоже хочешь на верблюде посидеть? Ого, Рома забрался на такую штуку. Диана катается на слонике. О, какой слоник. Ну, вперед. Зайдем в местный магазинчик, посмотрим, что здесь. О, как здесь прохладненько. Водичка, салаты. Здесь всякое питье. Можно даже чай сделать. Выбираем мороженое. Все взяли? Ух ты! Вкусненько кушаем. Рома мороженое кушает со скоростью света. Очень быстро.
мы пытаемся сделать монетку. Для этого надо в аппарат положить 2 по 25 центов и один отдельно. Все, прошло. Ну, что-то тебе сделала. А ну покажи. Был вот такой 1 цент, а получилась такая монетка. С обратной стороны остался размазанный вот такой цент. Прикольно. Мы уже выходим. Я обещала Роме и Диане какую-то игрушку. Лера выбирает. Мама! Выходи. Это его что, надувать? Бинокль! Да, надувать. Его, наверное, водой набирать. Бинокль это в бассейн, ходи. Представляешь? Ну что, вы выбрали? Показывайте. Рома выбрал паровозик со зверюшками. Диана выбрала змею и ящерицу. Мягкие, да? Угу. Идем на кассу? Идем, идем. Мама, я хочу... Янки, змеи и ящерицы. То, что любят девочки, понимаешь, в розовых платьях. Диана любит змеи. О, привет, Дианка! Класс? Лера открывает. Лера открывает. А ну. А что там у тебя? У меня целый зоопарк. Это же... Дядю на мотоцикле взяла? Да. Тоже такое девчачье, как у Дианы прям. Да, все для девочек. Ух ты! Тигры! Тигров! Ух ты! Родители тигров! Тигров! С мотоциклом. Ага. Мы уже садимся в машину, будем ехать домой. Диана, встала? Возик. Да. Диана уже складывает своих змей. Пока-пока! Пока, ребята!